До сентября все будет готово, говорит директор средней образовательной школы номер 1 Ирина Михайловна. Реконструкция старого стадиона началась в начале августа. Рабочие уже поменяли футбольное поле, положили резиновое покрытие, поставили ворота и заасфальтировали дорожки. На очереди баскетбольные щиты, сетка для волейбола и новая беговая дорожка. Поле прошло реконструкцию, то есть все необходимые подготовительные работы уже сделаны. Мы надеемся, что 1 сентября школьный стадион примет и наших учащихся, и всех желающих заниматься физкультурой и спортом. Раньше школьным стадионом могли пользоваться только ученики школы, но с началом учебного года заниматься спортом на площадке смогут все жители микрорайона. Вход будет открыт до 10 вечера. К встрече со школьниками готовы учебные классы. Расставлены парты и стулья, закуплено все необходимое, настроены звонки. В школе провели косметический ремонт и обновили учебники, так что каждый ученик будет обеспечен полным комплектом книг. Готовы как учебные кабинеты подготовлены, так и кабинеты, которые помогут детям получить не только учебные навыки, но и дополнительное образование. Преподавательский состав школы, отметила Ирина Овчинникова, укомплектован полностью и ждет встречи с учениками. К слову, в новом учебном году сюда придут около сотни первоклашек. Алексей Митронин, Михаил Рештов, Елена Кошелева, Видное ТВ.